Обряд, который может помочь. Для того, чтобы найти работу, необходимо взять две щепотки соли. Вот так взять две щепотки соли, положить их в пакет целлофановый. Одну чайную ложку соли. Давайте так. Часть этой соли из пакета целлофанового высыпаете себе на руку, левую ладонь. Ставите вот так над головой и крутите 7 или 9 раз. Все равно. Против часов, по часовой стрелке. После того, когда покрутили, вот так, держите и крутите соль эту по часовой стрелке 9 раз. После этого взяли, открыли форточку и выбросили через форточку, даже если у вас частный дом. После этого руки отрясли. А вторую часть соли кладете в карман и носите с собой целый день. По квартире, куда идете, в магазин и так далее. Ночью эту соль выбрасываете вместе с пакетиком. Не обязательно пакетик, это может быть газетка, бумажка, я не знаю, что угодно, какой-либо предмет, носитель этой соли. Все равно это не имеет значения. Можно в бумажечку какую-нибудь это все сложить. Если так делать, работу найдете быстро. Произносить при этом ничего не нужно. Можно, когда выбрасываете соль, говорить «к работе». Если идете устраиваться на работу, возьмите тряпку и завяжите ее на крепкий узел и положите перед выходом. Скажите «приду с работой». После этого кладете ее, открываете дверь и уходите. Когда придете, то придете с работой. То есть вас, скорее всего, на работу возьмут. Бирюза. Вітаю, Андрій Андрійович.